Так, ну что, Ливел выбрал Скарлет. Мистик умрет. Интересно. Интересно, как Ливел справится с Клау Мистиком. Какие у него будут страты. А тем временем Galaxy, судя по всему, выигрывает у Адама. Сначала я первый удар за Мистиком. Угадал, угадал он. Спин, проводит кому? Пытается поймать на дайв-кик, можно было байтить его. И наказание, к сожалению, запорото. Но... Чего? Чего может быть волнение, может быть? Не успел, наверное. Уверен на лайфлидом. Сейчас буквально там остался один удар, да? Это приход. В принципе, не без шансов, но первый раунд Мистик берет. Не без шансов, конечно же, для Ливел. Вот и Ливел начинает свою игру, делает комбо. Неплохо, 33. Decent damage, как говорится. Конечно, комбо не полная, но Скарлет это хорошо. Комбо из-за Скарлет славится своими сложностями и прочим. Мистик начинает синдовать. Классика от Кунлао. Незаблоченная нож, незаблоченная шляпа. Попытка зонинга, но попытка зонинга не всегда хорошо. Каким-то образом перебил, ну это практически все, да, тут надо было отходить, пытаться. Но это тоже не гарантировало какие-то преференции со стороны Лидо. Первый бой проигран. Поменял одну красную персональную метро. Смотрим, вернется ли удача ему сон в этом бое. Сумбурное начало, никто не может скомбить. Коки. Попытка байта на огонек. Опять. Хорошо, и наказание. Отлично. Вот он скилл. Отличный заблоченный листик, то есть, извините, Illegal собрался. Мне нравится его сейчас игра. Он действует грамотно, он не дропал пока ничего такого. Очень хорошо наказал нижнюю шляпу. Смотрим. Пока что Кунлао прославился в этом раунде только тем, что делал всякие поки, отнимал рандомными ударами. Опять. Комп не было пока от Кунлао. Но, тем не менее, смотрите, по жизненным показателям они одинаковые. И вот сейчас у Illegal не проходит, видимо, вейкап. Жаль, жаль, хороший раунд от Illegal. Сумбурный раунд от Кунлао, и тем не менее, как вы видите, Кунлао победит. Очень странно. Смотрим. Надеюсь, Illegal не пойдет духом и будет также грамотно действовать в следующем раунде. Хороший блок. Кунлао делает вместе 4 рандомные, мешит 5 рандомный спин. На удачу, но удача сопутствует Кунлао, как ни странно. Да, пока, к сожалению, да. Да. Да, шансов, к сожалению, в этом раунде было очень-очень мало. Победа Мистика 2-0. И на стриме